Так, ну лук и паладин остались приставом. Сейчас еду накладывают и подойдет через пару минут. Хапала и банем. Хила и пойдем треш ебашить. Если что, даже и первого босса ебанем без приста, если он зайдет к реблу. Так, лок вроде летит, пал подлетает. Этот холи пал в диси и лок. Плюс он тебе. Да, да. Ага. Ну короче, сейчас это холи пал в инст зайдешь, в спектре хапала, пока что приз там минут 5 грил еду будет накладывать, сейчас на трэш. Если что, пойдем. К ребру зайдет, там уже на ребре спектнешься, если он подойдет. Че, Максон, закрыли Ануба? Ануба, вчера, да. Закрыли. Причем два раза, блядь. Че два раза? Даблут получили. Ну, один раз сами убили, нахуй, лут сохранился и дискон был. И потом зашли, написали ГМ, он еще убил нам, и еще один лут отдал, блядь. Блять, вы богаете же, нахуй. Вообще пиздец. Че я бы так падал по две штуки, блядь. А если бы он инвентарь ваш посмотрел? Да и похуй. Сам виноват. Похуй вообще. Короче, я сейчас багруху с мешка достану. Чекайте. Угу. Багруха — это круто. Ты лучше давай этот трубу достань, блядь. Бля, вот я прочекал, мне со всего инста только труба и нужна. Короче, лок в DC, да? Плюс они что-то. А, ну ты плюсовал уже. Короче, шкаф не ставь. Тут сейчас паладин релогается, сразу хапало спекается и пойдем три шаг. Танк безжалостно. Я если что там на каких-то боссах спекнусь. Почти на всех. Так, ты спекнулся, я смотрю на тебе инер. Даю лапку. Пошли ебашим. Пиарим этих пидоров. Крест не зажигал. Давайте захиливайте его, блядь. Ты сдохнет сейчас нахуй. Сдох. Лол ебать. Топ хилы ебать. Шаман. Какие топ хилы, если он вне ренжа был, блядь? Ну да, он на лестницу поднялся. Это, бегите, заходи. Хилы, бегите к входу, вон он, квадратик бежит. Квадратик, кидай лужу. Сейчас тайфун откатится и их откину. А, они в корнях стоят, по-моему. Еще раз тебе лапка. Частицу повесите в лесу. И баш. Хильте хорошенько. Мобов там много настакалось. Блять. Кару гер можно было бы пойти, если бы вообще вот состав подобрать, и чтобы гильдии все были. Да видишь, у меня время такое, 17 по МСК, а там московские люди все в основном будут на работах, на своих там сидят. Блин. Я-то сутки трое хуярю, мне вообще похуй. Я сутки двое. Сутки двое — это потяжелее, конечно. Mm-hmm. Сутки трое поинтереснее. И так то, да. И то, сука, РТ проебываешь, четверг сутки выпадает, РТ проебываешь, это основное, сука. Три поймания, 20 тысяч фармить. А чё это, вначале не квест? Нет. На кольцо, когда? На кольцо. Вот Рога, блять, повнимательнее. Подъебало этому пидору большому, не заходи. Слышишь, Рога? Сдох просто так, блять. Бафы проебали. Смотрите, за скелетом за этим. Чтоб такой хуйни не делал. Так, что у вас по опыту? Ну, Пал писал фул, остальные вроде тоже нормальный. Лок хуй знает, сейчас посмотрим. ДКшник, что у тебя по танкованию? Фул, лич, синдра, все шаришь, да? Безжалостно, который. Он в первом статике у вас танк, алло. А, ну все, заебись. Ну так, потому что я меня забываю. Блин, безжалостный такой крутой. Да. Крутой. Ну, круче, чем 11к ворка на разбойник.
это... Блин. Давайте выбрали точечно пауков. Давайте правого ебанем, который правый стоит. Я не успел добежать. Быстро паука разъебаем, РДДшник. И второго паука сразу. Скелет пойдет там, если что, грипнешь. Готовься, грипнуй скелет. Ну и все, второго паука, и уже потом мелочь разъебывать, а потом скелет в конце. Зайдите в зону, чтобы коконы кливались, только не поднимало. Да, сейчас же этот скелет ебаный сдох, тогда, блядь, паук. Разбейте коконы, так коконы падают. Главное, чтобы приз не проебался сейчас. А то, блядь, будет апчик готовит. Ну, ребро пойдем, если что, сразу бить, а что никого не ждем. Ох, вообще. Сразу приз хил? Да, там БЦ. Ну, типа, приз, если зайдет, паладин в ретрика прыгает. Мана будет регенить. Кстати, паладин, ты тут? Да, да. Давай, пока мы этой хуйней трэшем занимаемся, типа каски можешь раскидывать там. Ну, не обязательно там сейчас уверхилить. Так цвет небес дал разок, каски, челика. По мне вот подруиду. Пауков бьем. Правый надзиратель для бирюбианский, вот этот босс. И второго. Окона просто бьет долго. Второго паука и потом уже все остальное. Не сломаем. Сломаем? Сейчас интернет вырубил, сейчас зайду через мобильный. Это кто? Сцена. Иди. Две сломал? Да. Ну, давай. Этот приз, который хавать себе накладывал, да? Да. Пауков разъебываем правого, как обычно. С Патриком. Блять, Олег, баг какой-то визуальный или что вот коконов тупо резается? Что за хуйня? Потому что он только миллион так убивает. Так, пристей, насколько тебе пару минут, да, ждать? Типа заходишь? Что он сказал? Я забыл, релогает интернет или что? Подходите пока что это самое. Блять, у меня рыбы нету нахуй. Есть у кого рыба? Хавай. Хавайте рыбу. Так, ничего вроде пока нету. Сейчас пару минут подождем. Апа нет, крита нет. Бля, ты не мажешь. Какой ты ап? А что у тебя за спек там? Ну, у тебя сила есть, еще и когти есть, да и похуй заебись. Это сбойник 11 тысяч ворка, ну это понял. А пока две минутки покурите там. Чего, иди танчи дальше, ты на синдре от дыхания дохнешь. Это да. Завали ебало себе вообще. Это да. А что, ты спекаться не будешь в танке тут? Да нахуя. Да его сложно сложить. После орка. Один тут танчит, ман. Ну, конечно, хп у него маловато. А что, у тебя банка есть хотя бы ЛКшная на хп? А, так хуя, им. Вроде и там левел главное есть, а хп нет. Чё за хуйня? У тебя шмот какой-то был одет, да? На он да. Так, сили там вон шея где-то, блядь. У меня есть на хп нахуй. На, я тебе дам сейчас. Ебани, будешь посильнее. Так. У меня есть лукашный. Есть? Есть. Где пристрелы там прием? Сука.
Короче, ладно, проверка, ну сейчас это еще минутку. Пристабав нужен. Да дам все, когда зайдет. Сейчас, если что, без него пойду, блядь. Ты уж пойдем не башить. Максон, продай масло. Могу дать намазаться один раз, если хочешь. О, кстати, данмастер, ебани этот самый столик. Сразу возьму 100 штук, нахуй, что уделей, блядь. Через час я только что намазался. Окей. Ну что там этот приз? Хуй знает приз, чек на пол, нахуй. Захожу. Заходит, ждем. Лок, грузишься уже прям, да? Лок отошел пока что. Ну сейчас лок подойдет, шкаф либо нет. И ты если еще готовься лететь, а кто хуй знает, может лок еще, блядь, минуту лишнюю попроебывается. Что за лок? Давайте посмотрим на него хоть. Так, шея охуенная, кольцо охуенное, за репу нету. Вот такой. Ну, сокеты заебись. Должен давать, да? Это ГМ Энза. Нихуя себе ебануться. ГМ, это подходи, Энза. Ты тут лок? Короче, пристану на сумму. Ну ты этот пристану лети, короче, пока что своим ходом. Надеюсь, все там пизды на ходе не дадут. Как мне, блять. А ты откуда знаешь, что он ГМ? Так. А это что за херня? Не знаю, что там за херня, ты летишь. Ты че, блять, выкинул тебя или че? Да, я сейчас через мобильность уже не понимаю, что за херня. Блядь, в принципе, ты нас задерживаешь очень сильно, у нас времени мало. Тебе не писала, ничего там, обновиться или что? Нет, ничего не писала. Ну давай. Вообще заправду зашел. Смотри. Ты через лаунчер зашел? Там надо было обновиться. Ну я через лаунч зашел, но я обновлял уже. Обновлял, вылети из Долорана хотя бы, пожалуйста, молю тебя богами Азерота, блин. Какими богами? Азерота. Старыми и новыми, блядь. Не, домашний не починился до сих пор. У тебя часто вылеты или только сегодня? Короче, если что, ребро ебанем, там пока решаем все эти дела. Сейчас лок подойдет. Пристабаф нужен. Сейчас лок принят. Пусть шкаф поставит за сумму не надо. Там он сам пока АФК этот лок. Да, писал 2 минуты, уже, по-моему, минут 5 прошло. Так, подушечка. Так, давай через прокси попробуем. Почему тебе новый фласк показывает? Ты какой-то дом устаревший. Быка фласки не видит. Все, тут лок. Лок это самое. Давай это. Ну ебани шкаф сейчас. Я не знаю, если вылетит, сразу пулять будем. Ебани шкаф сейчас, представь, у меня. Надеюсь, ты не вылетишь. Пока что еще не вылетел. Пока будет, что все это что-то будет охуенно, если аршами придется в одного это закидывать. Ну давай, принимай. Пришел тебе сумма? Угу. Так, через раунд, значит, зайду. Бля, давай пулять, похуй. Давай, это самое. Пуляйте, короче, иди пуляй. Частицу, щит на танк, охуярю, не башню. Давай Геру сразу. Пока он будет вылетать 1000 раз. Ну, блядь, в 9 сейчас фул целка пройдем, нахуй, до 7 дрейф будет. Вообще предлагают сразу пойти на этот налет.
хуй знает. Так-то, мне так-то похуй, я не знаю, как вы играете. Блять, у меня великан что-то напишет. Будет ломаться. Дрога, ты двоишь шипы чисто. Ну и кто там моменталками какими поможет. Кому сподручно. Рога, ты тут? Ты ебашишь шипы или нет? Нет. Какого хуя? Питер развёз. Да заебали эти шипы, блядь, дайте подамажить. Вернитесь, разбейте кастер. Где Шейна там ебал? Кого мусор на ксерс? Триня нахуй. На шамана нахуй. Закину там сам, что это латы нахапало стопудово, да, Эндорфи? Башен трэш. Че, у тебя так и продолжается? Вылетел, зашел, вылетел, зашел, вылетел, да? Да. Поверь, клиент. Это хуёво. Я без понятия, что за херня. Это очень хуёво. Полностью выйди, закрой клиент и нажми проверку. Надо кого-то искать, нахуй. Посмотрите, может где кто будет желающий, типа, пойти. Тот же Фурик там какой-то, вон какой-то классный. А то с такими вылетами, ну его в хила спекнем, он вылетит посреди боя, пиздец. Дальше идем, все хуярим, корабль, леди. Квест, наверное, или чумка, или бах. Нет ничего невозможного. Его сила. Че, подошел под помощника, блять. Скорее всего, ты тут. Ой, блять, я сорвал помощника. Под помощника подошел. Нет, шаман. Смотрите, на трэше тоже, блять, не надо вот этих смертей, блять. Потому что вас бафать потом надо, блядь, по 1000 раз. Баш, хилы вывезу, нормально. Гуляй второго.
сильнее силы ебашит. Кристина, ты где там? Все с концами? Ну, сейчас сижу, проверяю клиент, чтобы сказали, что все сделать. Ну, это хуй поможет, мне кажется. Там надо было тебе посмотреть, если пишет, типа, 3 минуты и выкинет с игры. Я, короче, делал нет. Сегодня это. Нет, ну, я это не писала. Ну, хуй знает. Давайте отпиваемся, ману, сейчас жрем маговскую, то есть штруделя хаваем, и потом гуляем. Хавайте, да. Рога, на боссе сидишь, РДД, трэш, фулл ДПС. Сначала три моба убиваем, потом босса дальше убьем. Ну там вторая пачка не выйдет, скорее всего. Может и выйдет, да и похуй. Да ты чё? Чё, поехали? Да, бля. Секунду. Бля, прип... Поехали, фулл ДПС, похуй. Давайте, трэш вышел. Бля. Приверженцы максимальный ДПС. Потом уже фанатик. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный. В лужах не стойте, только смотрите. Хуёво трэш играть, пиздец. Надеюсь, переведём. Да и пох. Переводим. Все, трэш бьем. Можешь полететь под ногу? Разъебывай. Нормально. Трэш. Он при переходке огрузки бьет. Не, там я кнопку не жал, я трэш ловить не жал. Моба разъебите. Разъебите моба, блять, РДНа. Милики должны разъебать. Иди, иди рога разъебывай. Интересно, чего лоб сдох. Рога, разъеби приверженца. Дамаж, дамаж, там щит у нас. Красава, первый раз бил. Смотрите, внизу. Пуль на пуль. Не стаки. Да похуй, просто там тянулся. ДДшка побегает, трога там весь не будет. Просто таунт, он аж таунт с рыбочки все. Если срывается. По похуй там 300 тысяч. Лук, блять. Роги, нахуй, на трансмут. Тапки. Блять, смотри, кожа, кожа трансмутного. А такое вообще бывает? Это тапки, смотри, охуенные, да? Да я не вижу. Ух, все у меня лут. Ебать. Хоть и 251, но они охуенные. Опа, бля, да не слушай, не пахие. Лук, закинь, я что-то тебе ебанул случайно.
Угу. Слышишь, Лок, это ты в Дисе? Да. Ты же ГМ и Энза получается, да? Да. Нихуя. А как у вас там это один статик 25 или два? Три. Три даже, нихуя себе. Десять? И целка все ходят, да? Все три. Третий нафиг как ходить, да. РТ 8, да, по-моему? У двоих 9, у одного 8. Парни, его подниматься уже бить. Чем а мы стоим? Тут уже, иди танк вперед, езжай. Надо президент это, поспрашивай, слышишь этот рантье, который ГМ, это самое. Может у тебя кто-то в гильдии есть, желающий там пойти? С тобой как с ГМ, типа не обломится пойти человек. Ну, типа если кто-то онлайн есть, желающий пойти. А ты видишь, президент там. Слушай, на хилов нет. Не, не хил, у нас вон Иршам Хэпал есть хилы, так что нормально. Фурик, конечно. Фурика можно, но. Да похуй кого, любого ДДшника, бля. Да, чтобы быстрее веселее побежать. Фурика надо очень. Сейчас прошу, посмотрим. Подушечка, тебе что надо? Скажи мне, пожалуйста. Какие-то вопросы мне задают, там пишут, что Энн фиг. А что вообще? Может, она знала когда-то ГМ и Энн, и теперь вспомнила что-то. Я подушечка где-то видел. Не, я не знаю, я не разбираюсь в этом. Езжайте на корабль по правой стеночке, смотрите, там не сагрите, может дракон сагрится. По правой стеночке. Ранец берем сейчас все. На панельку его выставляем, надеваем, не забываем. Пытаемся. В пушки пойдут, короче, рога пойдет. Нет, рога не пойдет, блядь, единственный. Пойдет, короче, ну давай этот, Лок пойдешь и Дангмастер, давайте вы пойдете. А мы с против. Ну, давай лучше Каныч. Сходи. Ну, похуй, это самое, ладно. Протопауэрс. Да, давай. Лок и протопауэрс, получается. Что делаю? Пушку. Да, дайте рыбам помогу, пожалуйста. Да. Сейчас да. Даю вам. Сам же заменили, хотят человека, нет? Пока так. Ты нашел кого-то, Лок? Нет, никого. Пока не пишем. Так, ебанем, пока короче. А хотят. Что есть просто? Сейчас я тоже в чате спрошу в гильдии. Сейчас еще раз спрошу. Слушай, не неси фигню какую-то, серьезно. Да нет, только не начинайте никаких этих ссор, там не это сам подушечка. Да. Не надо. Фигню какую-то пишешь. Мы просто идем в рейд, только не надо срачи вот этого. Мне это не интересно. Все разборки после рейда, там кто фигня, какая фигня, там кто пидор, кто не пидор. Всю эту хуйню не надо сейчас. Я считаю, надо разобраться в этом вопросе. Я считаю, надо, блядь, сейчас это самое, пульнуть уже скоро. Давай еще раз чек и пулять, блядь, пока, блядь, люди напишут. Все, запускаю. Пойти чуть попозже. Ну хорошо, с рука еще разобьем, дальше там чумков, улюмков, кого-нибудь суманем. Там может квест как раз кому надо. Ну, нужно, чтобы челик типа не ливнул, так чтоб мы идем на фул, как бы далеча, все, со всех людей. По максимуму. Пачка нормальная. Если люди с тактикой не затупят, будет все заебись. Так, я не помню, там как стаки будут тебе вешаться. Короче, ну два мага точно. Постоишь на том корабле. А там посмотрим, как стаки, как тебя ошибить будет. Ты сейчас танкишь, да? Я нет. А как? Мобов? Ну, так, рога будет бить, блядь. Рога, ты на этом корабле бьешь этих самых мобов. Хэпал хилишь его, частица набежалась. А вот тебе яйца впустила. Они эти мобы бьют по 1000, нахуй. Вот, рога, иди хуярю. И тоже РДДшники помогаем, там чисто дотки, вот звездопад дал нахуй. Сейчас все это разобьется. Кто посоветовал мне там проверить клиент, спасибо тому человеку, кто мне помог. Не накидывает? Разъем, да. Сержант. Пожалуйста. Полетели. Мага разъем.
Тут, блядь, мобы бьют по 500, нахуй, так что... По магу долго ТПС, нахуй. Я уже, блядь, 30 секунд бью, блядь, где вы там? Все, и чилим здесь, на этом корабле, короче. Если что, если вдруг там дохуя трэша на роге накопится, пойду туда, по-моему. Пока разъебываем оружие, вот это все, как-то тупо. А это пока что подлетает ЦЛК, да? Че говоришь? Подлетает к ЦЛК, да? Кто это? Пристально? Да, все, не выкидывайте. Не выкидывай? Ну давай, давай подлетаем. Мы это, корабли бьем, как бы тебя пока бой на кораблях не пустят. А когда бой закончится, на сурка уже протанешься. Хорошо. Надеюсь, тебя не будет выкидывать. Мурадина. Вот еще мал, да. А что там в стаке безжалостно? Есть на Мурадине? Там 13 стак. Ну тогда стой дальше. Я фул простоял. А завтра это с леди смертный шепот выпали? Бля, я тут думал, дай БР, пожалуйста. Как ты сдох? Нахуй ты туда пришел вообще, блядь? Братан, блядь, зачем? Да я привык, что его не поддержит, блядь. Смотри. Каныч. Под клип не летай, зачем это делаешь? Наверное, один вылезет. Все. Я как бы лапку по присту дал. По протоколу. Да, пока пофигу на бафу. А, нет. Ты же пушки. Ну, можно вот тех колдунов призывать. Пол хп поднимайте меня сразу. Что, ты прожимки пока не отдавал? Он почти по пол хп его шибет пока что. А сейчас последний маг, если что, не зыбку дашь, в принципе, видно будет, а ты уже дал. Все, последнего мага быстро зерга и улетаем сразу. 5 секунд не зыбка, и потом сразу кровь как у него, да, и готовь захват, удар смерти. Все, улетели обратно, съебли, и танк съебли тоже. Кто сдохнет, то и похуй. Обоих мелких хуярим. Пушки сейчас уже достреляют. Сколько там? 70 тысяч, 50. Все, разряжение. Это есть энергия. тысяч, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Пару стаков и разряжаем. Еще, еще. Опа. Так. Не знаю, сейчас вроде... А, нет, бой спал. Ну, пробуй зайти. Вроде ты портануться должен на сука. Угу. Че там? Даем этот, ну, как его? Трубу. Трубу, мечтаю трубу, нахуй, получить. Да, спасибо, все, принял КД. Сразу паролем. Давай, заходи, портуйся. Так, и так, внимание, труба выпала. Сразу разразилась. Их ни хрена зашел, и сразу до 300 прилетело. А ты, кстати, эти базы считал, ты тоже можешь ролить кинжал и трубу. Ролим трубу, а трубу ролим на Войда и отдаем Войду, блядь. Бать, красавчик. 95. Я понял. Лок, нихуя себе. Че, братан, уступишь трубу, блядь? В смысле, блядь, братан, уступишь трубу? Ну а че, уступишь? Заебал. Так а с чего, блядь? Вот вдруг ты великодушный, блядь, хуй знает. Не настолько, чтоб незнакомым людям выступать. Да, а может, незнакомым людям продашь? Так, вот эта хуйня. За хорошую сумму. Это уже всю эту хуйню в ПМ давайте, там про продажу, блядь. Интеллект. Бери себе. Ну это, короче, да, на распыл, нахуй. Кому-то. Можно трансмог. Протоповеру закинул, там кому-то отдадите, блядь. Запустите, сука. А, ладно, сейчас я пущу. Нет, тогда кинжал шлак на ДЦ, по мне. Это, конечно, получится. Шлак. Без дырки порошков. Так, ну давай, эндорфин в этого. В ретрика, блядь. Скажешь 7 секунд до трэша, у меня ДБМ не показывает, нихуя. Успекай с эндорфин быстрее, ну все. Так похуй на трэш, блядь, в одного ЛПшку, в другого ЛПшку, чё тебе два. Нет, не просто 7 секунд до трэша, скажи, что перуны не слил, понял? А ты знаешь, как сделать? Да, блядь, забей, все это хуйня. Это же обычка, блядь.
Так, лапка. Так, сейчас ДЦР шам у нас. Так, посмотрим твою ретрика, сейчас сколько дашь, интересно. Комета. Да, блять, конечно, палка хуевая. Манускрипт 64. Короче, ты его, ну как, типа имеешь в спех так почилить, да? Хочется так, да, почилить. Не развиваешь. Ну, блядь, сколько до пула? До пула 13. Герус пол же, да? Да, да, да. 5, 4, 3, 2, 1. Куда он? Танк брать. Он на мне, ма. Ну это забавилось, как обычно. Геру. Короче, кто с трубой должен 100к отдать, сейчас, короче. Сколько там, 180 СПД, что ли? Херня. И крит. Ну потестишь, отдашь, да? Чё? Блять, не хочет уступать. Трэш, ебаните там пару тысяч. Ебашьте трэш, нахуй, буду хуесосить сейчас, нахуй. Разъебите трэш. Чё его один прибил? Сейчас еще один трэш под конец будет и все. Просто разъебите трэш и босса до пила. На чумку пойдем по стандарту. Трэш разъебите. Ну там если даже будет уже третий, типа, просто босса добиваем. И чё, сколько у тебя персов вот это вот, лоб? 5. Давай ты всё-таки ебанём, у меня тоже 5. И лоб этот, ну, считается как, типа, такой слабенький, типа, или сильный? Второй. Второй. Скажу сразу. У меня пал считается вторым. Три спека, ебать, блокер, хуёк и вся хуйня. Сова мейн. Сова мейн тоже. А сколько даёшь? Почему эта печка не долетела? На... Смотря где. Ну на сурке 25. Слушай, ну на сурке у нас прошлый был говнопул, где-то порядка 14. А так тухли где-то. 15, ну бисовый одет там, да, поди? Да слушай, 4-10 еще нет даже. Ну у меня 2-4-2-10. Надо это хуй так кому-то ДЦ, там, блядь, офспек, протоповера. Протоповера ДЦ, блядь, тогда. Зап. Или долго ебаться. Этот самый зап и рога надо? Или я на кота забираю? Окей. Забирай. Пошли там. Портал открыли, надеюсь. Сейчас я почти бежу. Сейчас он откроет, тогда пойдем. И на чумку ебаш. А випка у тебя какая? Сколько процентов на локе? Ну вообще. Я открыл. Пятая на четверку. Пятая? Сейчас. 29-й лайок. Нихуя себе. Квест на чумку, кстати, ништяк. На чумку заебись. Это почти 6%, считай. Принимаем квест. 5. А, 5? Ну типа 30-й будет 6 уже. Ну да, там еще 50 тысяч надо вкинуть. Ну нихуя. А что с пресс-целью? Там очень долго идет набор. Мне кажется, ли приз вылетел? Ёбаный рот. Приз, ты где? Ну это всех не агрит, а только одного мопа. Один хил. Приз. Пристена. Поставь группу вот на мопов. А может ему интернет дали, он не свой переходит? Хуй знает. Я с ним не играл. Только сильно не агрит один Ршам сейчас. С
осторожненько. Там надо будет диспелить прист и паладин друг с друга диспелим, иначе будете в слизнях прыгать как бичи. Я диспелю всю хуйню. Смотрите. А то кинется на того, кто диспелит, а второй не диспелит, то будет пиздец. Печально, конечно, когда такая хуйня с интернетом у людей, блядь. Еще не представляю, блядь, как так играть. О, это мусор. Я думал. Ну, распыляем. О, вот это ништяк. Вот это ништяк. У меня тут ваш сагальдей за полтинник трубуху, что ли? Продавать ему, нет? Ну хуй знает, ну конечно, да! Как хочешь, блядь, я хуй знаю. Твоё же дело, правильно? Давай 60-й по рукам. Нихуя. 55, сойдёмся? Ты, короче, у него покупай, мне потом отдашь, блядь. На сову она такая себе, восьмёртом выбьет. Ну ладно, пусть не поверю. Ну, а чё сейчас битва на свой талик же, да? Нет. Сову бисовая. Кондёр был? Долгонок. А, долгонок, точно. И вторая стабиль. А, ну вот мне, блядь, долгонок выходит, остался. Ну, талик, я, честно говоря, не тестил. На X1 тестил. Говорят, заебись, блядь, талик. Ооо, это здорово. Я бы не сказал, что сильно заебись. Софткап, если у тебя набран. А чё, у тебя этот, что ли? Камерон, да? Угу. Да. Фу, неинтересно как-то. Где эта параша лежит? Блядь? Ну так чего, договорились? За 60 договорились. Ну, давай, не тебе, не мне, 57. Не тебе, не мне, 60 давай. Мне, в принципе, продавать или не продавать. 60. Давай, вкусней. Короче, меняешь на, ну, это, на кальцона, как бы я что-то, да? Да точно. Подожди секунду, я не могу снять ее. Давай. Да, окей, окей, давай, давай. Сейчас, давайте только не сдохнем на этой хуйне сейчас. Смотрите, приста нету. Испал. Это. Незыбка есть у тебя? Давай на следующую, короче, каст незыбку дашь. А, что там? Испал, давай, я нажал нахуй, понял? Рановато. Сейчас я еще спокойствие ебану. А то вдруг кого-то шокит, кто знает. И протопойер там что-нибудь быстрое кастани в этого, как он называется. Угу. Угмады. А второй пес, почему он пришел? Второй пес это хуёво, да. Пытайтесь добить единичку. Посильнее стараемся, играем. Диспо. Паладин. Блять. Здесь мы не сдохнем. И сразу, сразу вторую собаку разъебываем. Нет, исследователя надо разъебать. Вот звездочку поставил, его вот этого петуха разъебем. Сильно не уешьте, чтобы вас еще одного протоповер смотрел осторожно. Короче, маг пойдет. Маг? Маг? Маг это хорошо. Ну, сколько он там? 10 плюс 12, дает? Да нормальный маг. С третьего состава. Нормально. Сейчас немножко нас подхилит и все, завешиваем, конечно, немножко. Дальше собака. Так, ну пристена, значит, получается, сори, блядь. Может он за трубой только хотел и расстроился из-за кого? Ну, не будем гадать, я не знаю просто. Сейчас псину добиваем. И это сейчас теосиста дам. Так. Сейчас приду. Даю локу ассиста. Добираю, поставлю. Че, мать ушки? Да, иди поломай ловушки, сейчас мы пока сумнем. Мак онлайн там, да? Вот, да. Давайте мак. Сейчас танк словит, надеюсь. Так он отошел. Все. Все под риском. А, что под выставлю, все нормально.
Я думал, он пошел, типа, разминировать ловушку, а не... Баешки, баешки взял. А, не, все равно он рол, в принципе. Можно даже... Он сфера выпал. Сфера — это хуйня, кому подарить? Что за херня пишет? Вы не можете приглашать дополнительных игроков, пока группа не сформирована. На БГ он, значит. Нет. Не на БГ. Где тут ловушка? Здесь пальто. Нет уже. Ты снял? Так его только что убили. С этой стрелы. А, я отходил просто. Куда мы? Налево, направо, на какого босса? Ну, да похуй, главное сейчас мага. Там главное без вайпа, чтобы квест пройти, ребят. Ну, вот, да, а вот там. Там без разницы какого. Тухлого одного заебашь. Сейчас ты, скорее всего, в хапало пойдешь поводник. Потому что... Давайте его сейчас присумоним, он сходит, квест возьмет хоть. Да, конечно. Так, вроде боя нет. Ну давай, шкаф сумоним. Квест можно поделиться, не? Попробуйте поделиться, если поделиться, то заебись. Иди сейчас с этим кону. Пускай заходит по кусту. Всех подлагивает эта хуйня, блядь. А, не, нельзя поделиться. Ну, пускай он побежит, сдаст, возьмет. Ты, давай его еще раз суманем, когда он там добежит. Да, суманем. Сейчас сразу суман кинем. Тыкать. Добежит принт. Где, вы говорите, сфера выпала? Что-то не вижу нихуя, сука. Собака и мана все загораживает. Да я даже не распиледжу. А, вот увидел нахуй. ГЦ, блядь, со сферой, нахуй. Сейчас в бугуины превращусь. Магу дискорд скинули? Да, скинули. А, он уже с вами, все, я бегу к вам сейчас. Сейчас ебану лапку. Ебану. Ну чё, маг, обмениваемся МК. Надеюсь, у тебя есть. Проверка. Все готовы? Пуля этого пидора, просто разъёбал ему. Лагает? Подлагивает. Ну, просто хуярьте кнопки. Вдруг повезёт. Блять, у меня этот, даже ДПС не видно. Ну похуй, может забагалось что. Спорку одну славливаем обязательно. Или две, не знаю. Ну чтоб не сдохнуть, короче. Две славливаем. Ну, у меня сейчас вроде как-то более-менее прошло, а вот в коридоре лагало пиздец, когда собаку берем последнюю. Не целка ебаная, блядь. Интересно, какой там состав будет прям играть. Понял, вар, блядь, задонатил мне, чтоб я нахуй сделал или внул с гильдии, долбоёб. Я так достроился, пиздец, нахуй. Не понял, про чё ты ещё раз? Вар был QCQ, который, он задонатил мне, чтоб я нахуй сделал, чтоб я его бустил, нахуй, чтоб он дымажил. Он взял ли на... Просто, я видишь, просто не понял. Мне показалось, нахуй сделал, а что такое нахуй? Я... А ты ведь имеешь в виду нахуй это на это эльф или кто это? Нагу. А, нагу и бай. Блять, ну я такой застроенный, у меня была такая сексапильная эльфичка, на. Я не понял, кто кому задонатил, ты ему или он? Он мне, понял, QCQ вот этот. Говорит, будешь меня бустить, давай сделаем тебе нахуй. Я думаю, ну ладно, хуй с ним, блядь. Или внул, да? Да, блядь, пиздец, нахуй. Да, хуёво. Так, ну я думаю, с двумя спорками выживу, блядь, дубовую прожму. Под едку гниль там не зыбку дашь.
и это самое, заебись бы. Все, там бегаем явно. Хорошо, у меня сейчас 9-й стак будет, пацаны, чуть поднажмите с ДПСом. Сейчас 8 пока что? А пока 8, сейчас 9-й. Ну, короче, 8. Если сдохнешь, похуй, ничего страшного. Че, повешался? Не, еще. Ну, там 15 секунд каждый вешаться, не успел. Так, шея, меткость, скорость, ловкость, нахуй. Это рога тебе, блядь. Сила, приравни, уклонение, это ДК. Добро, забирай на кота, не надо. Мне тоже не надо плащ. Плащ не надо? Ладно. Ну, с парированием мне тоже не надо. Давай эндорфину на третий спект дадим. Так. Эндорфин. Вот, танка собирай, короче. Ну, а рога, ну, там на ПВП возьми, хуй знает, там что-нибудь ставь, камень какой-то. Пошли на гнилого. Так у всех 6 остров.